Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Мы даже не знакомы, просто жми на follow. Всем привет, вы на канале Трубка ТВ. И сегодня, мои любимые девочки, я вас поздравляю с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и всего самого лучшего, исполнения всех ваших желаний. И чтобы эта весна стала для вас самой яркой, самой теплой. И я вас поздравляю, надеюсь, вы уже празднуете 8 марта. И если вы уже поздравили свою маму, то поставьте лайк. Если вы поздравили свою бабушку, то тоже поставьте лайк. Если вы поздравили уже свою подружку, то поставьте лайк или свою одноклассницу. Если вы поздравили свою любимую сестру, двоюродную сестру, троюродную сестру, свою родную сестру, то тоже поставьте лайк. И если вы уже поздравили меня, то поставьте тоже лайк. И всем приятного просмотра. Еще раз вас всех, девочки, поздравляю с 8 марта, с днем всех женщин. И давайте начинать. И есть мое видео, которое называется «Мама, купи мне пони с 8 марта». И давайте начинать. Мама. А, да, девочки, да, чего? Мама, мы пришли купить подарочки. Ну да, доченьки, мы пришли купить подарочки. А что? Да не, просто я уточнить, а то вдруг мы опять за одеждой пришли. Ну и за одеждой, конечно же. Я же не буду покупать себе ваши пони. Они мне больно нужны. Я себе хочу прикупить что-то нарядное, поэтому, девочки, пошли. Ура! Так, девочки, вы идите за своими пони. А, ой, да, хорошо, мам, хорошо. Мы пойдем за своими понями. Да, а я тогда буду здесь. Если что, меня ищите в отделе всякой одежды и всего такого модненького. Поэтому я тут буду смотреть всякие наряды. Если что, я вас позову, хорошо, девочки? Да, мам, хорошо, мы побежали. Ура! Ура, сестра, иди за мной. Давай, идем, идем. Да, подожди, подожди. Я же не умею летать. Давай, стой. Ух ты! Это же просто большой магазин пони. Смотри, как много пони привезли. Ну, конечно, сейчас же 8 марта. Ура! Ура, как я обожаю пони. Какой бы мне выбрать? Как ты думаешь, какой выбрать? Ну, наверное, лучше выбрать... Как ты думаешь, кого? Ты думаешь о том же, о чем я? Конечно же, лучше выбрать... Мондансер! Да, да, я тоже ее хочу. Я хочу. Нет, я хочу, я хочу. Я ее хотела, я первая сказала. А вот и нет, я первее сказала. Ну, давай тогда подумаем, кого у нас тоже, ну, как бы, нет. Мне кажется, что у нас еще нет Зикоры и редкой Эпплджек. Вон там редкая Эпплджек за радугой. Не знаю, я честно уже не помню. Но я точно знаю, что у нас есть радуга, что у нас есть искорка, только она другая, не такая, как вот тут вот. И еще у нас есть Рарити, я это точно помню. Да, надо подумать, какую же купить. Мама, иди помоги нам. Ой, девочки, ну что произошло? Что, что? Как ты думаешь, какую нам пони лучше купить? Смотри, Мондансер. Угу, вижу. Вот это Эпплджек. Угу. Или Зикору. Ой, девочки, честно, я не знаю, но мою мини-Зикора, она как-то выглядит больше к Хэллоуину. Ну да, логично. Эпплджек, я не знаю, она просто такая яркая, все блестящая, как новогодняя. Ну, может быть, Мондансер, хотя, я не знаю, девочки, решайте сами. Я ваших пони никогда не разбиралась и не буду разбираться. Я даже этот мультик не смотрела, поэтому... Ой, давайте, девочки, сами, и дайте мне повыбирать наряды. Кстати, скоро подойдите ко мне, я на вас примерю некоторые юбочки. Хорошо, мам, все, я пошла тогда.
Да, мама нам не совсем помогла. Ой, надо подумать, надо подумать. А давай спросим продавца, давай. Мисс Флаттершай, мисс Флаттершай. А, да, я уже пришла. Что случилось? Что? Да вот у нас тут такая небольшая проблемка, мы не знаем, какую пони взять. Ой, девочки, давайте я вам посоветую, тут очень их много. Смотрите, сейчас я все покажу. Так, ну, во-первых, очень хороший выбор к 8 марта. Это Moon Dancer, она очень красивая. Ну, как бы, мы сами понимаем, у нас двое, как бы, Ну, а вы что, не можете играть одной игрушкой? Один поиграл, а потом другой поиграл. Это же правильно. Ну, мы все равно хотим две, нас как бы двое. А, ну хорошо. Так, еще бы вам посоветовала вот эту прекрасную Sassy Slash. Ну да, она тоже, в принципе, прикольная. Ну, вы можете их взять. Я вам советую, они из новой коллекции, они редкие довольно-таки. Причем они по скидке, так как 8 марта. Ну, давай тогда их возьмем. Что ж, мне, в принципе, они тоже нравятся. Давай. Я тогда вам сейчас пойду, хотите, отнесу уже заранее на кассу. Давайте. Так, сейчас. Ой-ой, я все свалила, я сейчас все уберу. Так, все готово, я пойду отнесу их. Вы можете еще выбрать маленьких пони, они сейчас тоже по скидке. Хорошо. Так, сестра, может быть, мы еще маленьких пони возьмем, как ты думаешь? Ну, давай. Тут есть принцесса Селестия. Ну, это наша тетя. Да. И наша мама. О, а это тоже это мамина подруга. Это Кейденс. И его тоже мамина подруга. Это Искорка. Да, тут много пони. Мама, иди сюда. Да, девочки, я уже иду. Да. Чего? Мам. Да, девочки, чего? Скажи, какие пони нам взять, вот маленькие? А вы еще маленькие хотите взять? Ну хорошо. Ой, это я. Ой, я аж засияла, вы извините. Застеснялась. Просто даже в честь меня игрушки делать. Не знала, какая знаменитая касса. Ну, я бы вам советовала взять меня и мою сестру. Ну, давай. В принципе, мы как раз сами тебя хотели взять. Ой, какие шикарные игрушки. Как они мне нравятся. Так, ладно, я пошла. А, кстати, сейчас возьмите пони и подойдите ко мне. Хорошо, мам. Ну что ж, берем. Я тогда возьму, давай, Селестию, а ты тогда маму возьмешь. Хорошо, давай. Селестия, она падает. Давай, пошли. Иду. Текс. Мама. Да, девочки, о, вы уже пришли. Так, давайте я пони отнесу пока что. Они там у кассы нас подождут, ваши пони. А вы пока что идите ко мне, я сейчас вам покажу то, что я выбрала, и какие костюмчики вам нужно примерить. О, хорошо, мам, я согласна. Так, смотрите. Так, и что, сейчас все повалю. Ну, кто бы сомневался, в принципе, что я все вернее. Вот все. Я все достала. И, в принципе, ничего не уронила. В принципе, ничего не уронила. Ну, хорошо, девочки. Мельте вот эти юбочки. И потом, если они вам понравятся и подойдут, я вам их куплю. О, хорошо. Мам, мне что-то как-то эта юбка не очень идет. Да, логично. Ну хорошо, тогда ее ты можешь не брать. А мне мама на самый раз, ты посмотри. О, да, тогда я тебе возьму две. Ну нечестно, ой, я упала. Ну хорошо, я тебе возьму. Ура! Я просто ее, наверное, неправильно одела, ну да. Или просто кто-то потолстел. Да не толстела я, сама ты потолстела. Так, хорошо, давайте тогда... Ой. Да не падай. Я все свалила. Да что ж такое-то, а? Ой. Ладно, девочки, пойдемте на кассу. Ура, на кассу. Придем домой и будем играть в пони. Так, здравствуйте. Вы будете брать вот этих вот пони? Там будем брать вот этих вот пони и вот эту одежду. О, хорошо, вы больше ничего не будете брать. Давайте нам еще тогда букет цветов. Девочки,
какие вы хотите букет, ну или букет. А я хочу красненькие, они очень красивенькие. Может, разноцветные? Нет, я хочу красненькие, потому что это розы. Вот, розы, вот. Вот это розы. Ну, хорошо. Нам еще тогда розы. Хорошо, сейчас я пробью. Бздык. Так, бздык. Так, и сейчас букет. Бздык. Все, можете брать пакетик. У нас сегодня бесплатные пакетики, так как 8 марта. И вам скидка, поэтому все это вам обойдется в 1000 рублей. Ох ты, обычно дороже. Да, мам. Хорошо, давайте сейчас. У меня есть с собой сейчас. Вот, 500 и 500, пожалуйста. Так, все, хорошо, спасибо. Так, спасибо. Так, вот ваш букетик. Сейчас я вам все сложу. Ну вот и все, мы все собрали. Да, теперь можно идти домой. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. И всем пока! Пока-пока! Еще раз с 8 марта, девочки! Жми на follow, лайкни меня.